Джамбо, карибусана, то бишь привет. Так на суахили встречают всех занзибарцы. Причем они реально рады вам, в полной уверенности, что вы приехали в Занзибар, чтобы раздать свои доллары. О чем они, не стесняясь, начинают сразу же намекать. Куда бы ни правил объектив, сразу слышишь $1. Например, женщина на заглавном фото вообще хотела, чтобы группа туристов сбросилась ей по доллару. Ну, она же не смогла ответить на вопрос, где взять шампанского к Новому году. И группа отправилась в ближайший от отеля поселок осмотреться. И по инсайдерской информации, там был магазин алкоголя. Почти все жители острова Занзибар исповедуют ислам. И, понятно, это сказывается на образе жизни. Слишком открытое тело здесь не приветствуется. Слышите адаптированную занзибарскую молитву? Это, видимо, мечеть. А вокруг центральной улицы с бутиками, местными ресторанами и домами, обеспеченными занзибарцами. Цель команды была найти шампанского к празднику. Но чем дальше компания продвигалась, оптимизм стремился к нулю. А на вопрос, где купить алкоголь, местные так загадочно хохотали, что становилось понятно, сухой закон не сказки. И когда продавщица колы и воды на вопрос, пиво есть, ответила утвердительно. Ей быстро заплатили. Она забрала деньги и ушла. Все переглянулись. Но через некоторое время в сумке принесла по бутылочке холодного Килиманджаро. Вот они парадоксы. Пить нельзя, но местное пиво есть. Потому как ограничение по вере. А нам, православным, как говорится, сам Бог велел. Чуть повеселевшая команда свернула к побережью. Как раз начался отлив. Еще одно чудесное явление на Занзибаре. Вода уходит далеко и открывается морское дно. Хорошая новость. Через несколько часов она начнет возвращаться. По берегу ходят люди, работающие масаями. Они рады за деньги с вами сфотографироваться и бродить по отливу в поисках разнообразных морских обитателей. При этом подходят все новые и новые и просят на ням-ням. И тут главное держаться одного гида, а то не отстанут. Но при этом абсолютная акуна матата, что значит «не парься, все будет хорошо». Ребят, кто смотрит и еще не успел подписаться, акуна матата, подписывайтесь, вам бесплатно. А нам приятно. Всем огромной акуна матата по жизни. Любви, здоровья, денег. Пока.